московское долголетие. Сегодня с большим удовольствием я хочу представить вам выдающихся мастеров джаза. Ансамбль, ну, по-английски это звучит Old Tigers Dixie Band, по-русски Сталые Тигры Dixieland. Я приглашаю на сцену руководителя этого ансамбля Стаса Ананьева. Дальше концерт будет вести он, и я передаю ему микрофон. Типа конферансье, да? Будем рассказывать анекдоты, травить байки. Да. Ну, значит, руководитель, вот я вот в данном контексте это слово не люблю, потому что вы сегодня встретитесь с уникальным оркестром. Да, собственно, вся уникальность в том, что мне удалось собрать под одной крышей звезд советского джаза. Это живые легенды. Тех времен и продолжающих активно играть и сейчас, и сотрудничать с ведущими нашими оркестрами. Вот тут, я так понимаю, молодые пенсионеры, в основном. Не молодые, а очень молодые. Да, я вижу, что только-только, да? Девушки, в основном девушки, только вступившие в пенсионный возраст. 55. Ягодка, да? Вот, так вот, в этом оркестре, ну так получилось, это не специально было, но получилось так, что возрастной ценз от 71 до 81. Так что, что вам там про долголетие рассказывать, вот долголетие, это будет вам пример явный. А вот слово «руководитель» я поэтому не люблю, потому что я же самый, можно сказать, юный. Это было бы смешно. Ну так, не знаю, лидер в том смысле, что показывающий направление, да, и куда-то торящий дорогу. Но я, в общем-то, естественно, собрал их в свое время с эгоистическими целями. Просто хотелось вот этих людей, которых я еще мальчиком слышал на пластинках, хотелось с ними поиграть, чему-то учиться. Ну, я буду тогда их поочередно приглашать. Причем, ну вот сегодня такой формат, я вам рассказал, что там у нас действительно до 81 музыканты, но сегодня вот самых взрослых не будет, потому что формат сегодняшнего концерта, мне сказали, 1,5 часа без перерыва. Я не знаю, кто это придумал, но вам будет нелегко, а музыкантам просто тяжело. Поэтому вот самое старшее поколение у нас сегодня не будет участвовать. Ну, остаются те, которые до 80. Тем не менее, я начинаю сейчас с самого юного. Ну, то есть выяснилось, что барабаны – это очень тяжелый инструмент, видимо, во всех смыслах. И физически тоже. Я не знаю ни одного в Москве активно играющего барабанщика за 70, ну, не говоря за 80. Поэтому самый юный наш музыкант, пацан, Валерий Алхасьянц. Слышите, пацан? Ну, что касается контрабасиста, то я, действительно, у меня сейчас осталось, может быть, у вас у кого-то есть виниловые пластинки, еще старые. Вот я как-то нашел эти пластинки, увидел на них человека, который играл на московских международных фестивалях 65-67 года, лауреат этих фестивалей. Я понял, что мне надо с ним играть. Борис Назаревский. Лауреат фестиваля 67 года. У нас еще в загашнике, сегодня вы их не увидите, но в загашнике у нас есть лауреаты фестиваля молодых студентов. Так. Ага. Угу. Кларнет. Игорь Третичный. Это человек, который
Дюкова, царя в Америке. Имел грин-кард, играл там с лучшими музыкантами американскими, а потом в какой-то момент вернулся. Но привез с собой приглашение. И Владимир Лебедев. Белый лебедь. Это наш белый лебедь. Дело в том, что когда он получил заслуженного, он купил этот пиджак, и с тех пор я его без него не видел. Я стесняюсь себе представить, что будет, когда дадут народного. Это Кровный попросил, чтобы я одевал только белый пиджак. Это Стас Намин? Не знаю. Что-то не подумал, что он. We'll be right back.
Кстати, кто знает, что это за инструмент, потом нам расскажете. Да помойте. И я сейчас спою песню о том, как это тяжело
Нью-Орлеан, поскольку стиль «Диксилент» родился в Нью-Орлеане, то вот песня про Нью-Орлеан. Thank you.
очень известная, очень популярная мелодия. Автор ее чернокожий американец французского происхождения Сидней Бишет. Вообще, вы знаете, Сидней Бишет как-то приезжал сюда к нам еще тогда в Советский Союз с концертами. Но так получилось, что накануне вечером гостеприимные москвичи решили угостить маэстро русской водкой. Маэстро так понравился напиток, что на следующий день на концерт он выйти не смог. Концерты тогда так и не состоялись, так его погрузили в самолет, отправили домой. Тем не менее, произведение это до нас дошло, мы его с удовольствием поем, играем. «Le petit fleur» – «Маленький цветок». И сейчас оно прозвучит в исполнении Игоря Тердичного. Oh,
Игорь Кондюшкин. Влюбился вам, я понял. Тогда... Ну тогда... Тогда мы еще споем. Все будет круче. Тогда мы споем. Вам же хуже. Ну, вы поняли, да?
сейчас я хочу сыграть вам пьеску, которая на основе мелодии американского композитора Хораса Сильвера и называется «The Preacher». Для тех, кто в школе учил немецкий, это «Проповедник». Ну вот я себе так представлял эту картинку. Ходит такой дядечка, типа Патера Брауна, знаешь, Честертоновского. Ходит такой дядечка по скупиренному участку, заглядывает в окошки, заходит в дома, а там вот такое-то вот декабрьское настроение, готовится, да, перед Рождеством, кто-то елку украшает, там девочка на пианино Моцарт разучивает. Ну, вот что-то такое благостное настроение, которое нам предстоит вот-вот. Постарались. Thank you.
Владислав Анатольевич. Есть образование, да? Сейчас Анатолий. Все больше о своем, все больше о любви.
I'm never you.
традиционная новоорлеанская песня, которая называется «Бурбонский парад». Это главная улица Бурбон в Новом Орлеане. И по ней постоянно ходят парады с оркестром, похороны, парады, свадьбы. Все на этой улице происходит. Происходило. Сейчас не так, конечно, но все-таки. А сейчас песня о том, как очень важно иметь хорошее настроение, от которого зависит погода. Называется «When you smile». Когда ты улыбаешься, светит солнце, поют птички, и все прекрасно. Но только ты начинаешь плакать, тут же дождь, снег, гололед, грязь, все плохое. Поэтому чаще улыбайтесь, и будет все, все прекрасно у вас. А правительство в Москве? А правительство в Москве на полу. У нас в стране она
больше известна под названием Гарри Купер. Ну, там про него поется в том числе. Но, в принципе, она написана в начале, вообще, 20-х годах, но стала известна после того, как под нее стал танцевать Фред Астер. Вы узнаете. Кто автор? Вера, наверное? Нет, Вера. Автор – это наш человек. Звали его Ирвин Берлин, а родился, когда он родился, его звали Ицек Берлин. Родился он в Тюмени в прошлом веке. И семья переехала в Штаты, и он стал великим композитором, который написал более 800 песен. Один человек написал только. То есть, и до сих пор все песни его поют в Америке, особенно когда там Рождество, например, они все поют «Белое Рождество». I'm dreaming of the white Christmas. Это его первая песня. Лекция концерт сейчас будет. Да. Этот человек родился в 1880 или 83-м. И когда ему было 100 лет, в Тюмени был большой джазовый фестиваль, посвященный его творчеству. Я там принимал участие тоже с оркестром, с одним. И мы ему послали приветственную телеграмму. Через два дня пришел в ответ. Его сестра писала, он сказал, Израиль, как его там, Ирвин, по-нашему, по-американски. У него было склопы с глазами, но я его прочитал, и он передавал большой привет родине, которую он помнит и любит, ну, как надо все, культурно, политически грамотно. И он прожил 102 года, между прочим, да. Очень хороший был композитор. И вот эта его песня, он ее написал первый раз в 26-м году, назвал ее «Путин или Риц». В этой песне он так свысока отзывался, да, кстати, он писал не только мелодию, но и слова, экономил на поэтов, чтобы меньше денег тратить на них. Вот. И он написал эту песню, посвятил ее белым черным американцам, которые хотели быть похожи на белых. Вот они одевались как белые, ходили там, в общем, ну как свысока немножко белые относились. И в 1956 году снимали фильм в Голливуде и хотели этот фильм, эту песню вставить, но время же другое, уже смеяться над черными нехорошо было. Мы сказали, если ты перепишешь слова, то мы включим ее в песню, в фильм. Он тоже переписал другие слова, и теперь эта песня начинает называться, ну не называется, а говорится о том, этой песне, как белые стиляги, такие бедные несчастные. Но они экономят каждую копейку, чтобы раз в жизни пройтись по Нью-Йоркской улице, да, главное, Парк-авеню, и чтобы показать, что они шикарные, у них жизнь удалась. А Путин Андрей Риц, это значит, я вышел из отеля Риц, а сам в Кишиневе был отель, и как будто я одет, как Гарри Купер, тут звезда была, артист. Вот такая песня, смешная немножко. Но очень популярная, благодаря танцорам, которые любят стоповать под ней. Фред Астер, например. Thank you.
Курс Сталина, похоже, да? Нет. Потому что на самом деле-то я вам сказал неправду. Второе отделение у нас вот здесь начинается обычно. С этого места. И в обратном порядке. Ну, будем. Вот Сергей Александрович присутствует еще здесь. В свое время очень точно. Ирина где-то вот, тоже так вот представлял, и он ее очень точно обозвал не певица, а джазовая актриса. Вот это очень ей точно подходит. Вот Сергей Александрович, автор. They begin to spread. Fancy glass.
про мою композицию следующую. Я хотел пару слов сказать о ней. Я думаю, что вы его узнаете, конечно, но дело в том, что я не играю, потому что служил под руководством Халилова Валерия. Вот. Короче говоря, так получилось вот с ним, что до сих пор не ясно, кто там чего и как это, почему самолет упал. Вот. Ну, главное, что он погиб. Но когда была Спасская башня, нужно было какое-то произведение найти, чтобы его знали все. Все иностранцы, там все. И самое интересное, что каждое произведение знает и знает, что оно их народное. И на своем языке поет. Говорит, если мы его будем петь на русском, то будет неудобно. Давай сыграй просто, сделай обработку такую джазовую. И мы ее, там сказать, для всех музыкантов в концерте сыграем. Вот сейчас мы ее вам. Из объявлений войны.
и несколько вещей из кинофильма «Сирена за солнечной долиной». Я почему-то так и подумал. А где это ваше? Да. Thank you.